think the girls with their nails done now. Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня Bodin аккаунт, и знаете, смотришь на этот аккаунт и понимаешь, насколько немецкий сервер обалденный. Обалденный в плане плю, героев и геймплея для бездоната, потому что это именно бездонатный аккаунт. Есть, как видите, Огник, есть Зефир, куча всего. Странно, что Некроса нету. Некрос, Вольт, этого тоже нету. Сейчас посмотрим, что у него по недостающим героям. Но это аккаунт бездонатный, то есть доната на нем нет. И есть, в принципе, самые нужные герои. Остальных, я думаю, мы сейчас вытащим. Сегодня на немке вот такое вот дерево. Но я посидел, посмотрел, реально смысла его трусить, ну, наверное, нету. Потому что, ну, вроде плюшки классные, но без них можно обойтись. Я думаю, все-таки сундуки получше будут, но мы будем сегодня именно ролить недостающих героев. Ну, в общем, вот так вот оно выглядит. Это дерево немецкое. Ну, в принципе, относительно неплохо то, что здесь есть монетки. На некоторых серверах карты давали. Ну, на каждом сервере разные есть деревья. Ну, в общем, дерево довольно-таки неплохое. Но есть акции повеселей. В общем, поехали посмотрим на его аккаунт, что у него тут есть. 77104. Бугич нужен. Иван Драчо. Иван Драчо. Так, дама, свален, пепельная. Ну, остальные все герои вроде такие. Ну, хотя, блин, классные герои у него. Мастера рун неплохо было бы еще затащить. Так, что у него тут по плюхам он говорил? Сегодня, кстати, открылся. Опять здесь колодец желаний. Так, ничего больше у нас такого интересного сегодня нету, на трату не, ничего нету. В общем, у нас роллинг, просто обычный роллинг на бездонатном аккаунте. Поехали. Кидайте заявочки, вступайте, кто играет на немецком сервере No Faces. Stressfire Gilde. Не знаю, что это означает, но... Так, поехали. Поехали, будем читерить на аккаунте, потом посмотрим, что у Боди есть, еще пооткрываем плюшечки. Посмотрим, какой сегодня рандомчик. Седнушка, а места-то не хватает. Ай-яй-яй. Ууу, землеройка. Неплохо. Так, поехали. Пооткрываем плюхи, которые у него есть. Ну, вот еще мешки на Зефира. Четвертая карта. Фига себе, тут у него плюх. Зажрался он. Это вообще... Надо слить, короче, этот аккаунт. Так, давайте плюшки пооткрываем. А вот 5 осколков уже есть. Посвобождаем места, потому что это печалька. Так, шестые. Пятый, отлично. Чик-бум. Отлично. Просто отлично. Овощ у тебя уже есть. Поздравляю. Так, глянем, что там землеройка. Свален Рамбард. Тун-тун-тун-тун. Так, Бугич, Драго. Надо заполнить. Землеройка у него есть. Ну, у него, кстати, не так уж и много надо героев. Овощи есть, отлично. Блин, да тут я не знаю. Блин, да у него, в принципе, по героям реально кайф. Все, что надо, есть. Так, поехали, остальные плюхи сразу сейчас пооткрываем.
чтобы места было больше. Ой, ремочка, отлично. Сменки. Коробочки. Блин, вот реально, смотрите, без донат. Да, без донат на немецком сервере. Не знаю, сколько он здесь играет. Надо бы я у него спрошу, но аккаунт реально хороший. Без доната, блин, ну... На некоторых серваках, конечно, и бардов давали, и лисиц. Смотрите, сколько плюх. Ремочка, пакт, ну вообще огонь. Нормально. Без доната себе тихо, спокойно играешь, не паришься. Еще трифит. Так, сумочки. Кстати, раскол, отлично. Так, надо эмблему все открывать, чтобы места побольше было. Так, давайте сумки. 5 зефира, наверное, 5 лисицы. 9 лисица. Ну, тоже, в принципе, неплохо. Так, здание есть. Сейчас идем с вами ролить. Ну, облики я не буду открывать. Чик, Афинка. Да, нам надо выбить, наверное, со всех героев мастер-рун. Ну и Бугич тоже желательно. Давайте еще эти пооткрываем. Посмотрим, как же все-таки офигенно падает огник. Дофига осколков падает. Но здесь огника есть возможность собрать другими способами. Ну, печалька. Такс. Ну, думаю, места нам уже хватит. Под наши дела, поехали. Опача, свален. Еще одна землеройка. Да ну нафиг. Вот это немецкие бездонаты, да, ребят? Ведьмочка. Третья землеройка. Да ну. Четвертая. Да ну нафиг. Это просто жесть. 4 землеройки, ребят. 4. Ну, поздравляю, еще один недостающий свален есть. Блин, ну круто. Немецкие бездонаты, конечно, в кайфе. Так, надо Бугича выбить. Ну, с таких героев, которые здесь есть, ну, реально, здесь Бугича не хватает и мастера рун. Все. Остальные герои, ну, такое, чисто для прокачки скиллов. Поехали. 4 землеройки. Я в шоке, честно говоря. Леди Лио, Дракос. Пожалуйста, пожалуйста, скиталец. Я офигею. Аккаунт просто в кайфе. Ну, без паладина, понятно. Оккультист. Офигеть. Варлок. Тесса. Да ну нафиг. Так, передышку делаем от роллинга. С маской. Ну, блин, маску на десятку качать бессмысленно. Блин. Ну, хорошие герои, хорошие прокачки. Землеройки, 4 штуки упало. Оккультист. Отлично. Ну, что я могу сказать? Аккаунт хороший. С талантами, конечно, надо немножко будет пошаманить на некоторых героях. Но это без донат, ребят. Это без донат. Как вам? Как вам такой без донат? Хорош. Блин, смотришь вот так вот на героя, понимаешь, что без доната люди играют довольно-таки неплохо. Так, окей. 3, ребят, 3 недостающих героя у нас уже есть. Нам бы, конечно, мастера рун, и было бы вообще топчик. Сноу. Они так вылезают, и ты не понимаешь,
что это за герой, потому что большинство названий не знаешь. Паладин, Бигфут, Рыцарь. И за 150. И за 150. Ну что я могу сказать? Плюс 3 недостающие героя. Я считаю, это более чем удачно. Да, остался Мастер Рун с таких и Бугимен. Два героя, которые недостающие. Ну, троих мы достали, есть возможность дальше качать. Че, Будя, поздравляю. Мы, кстати, за Дестройера еще с тобой не рассчитались. В общем, такие вот дела. Пишите комменты, ставьте лайки. Это был немецкий сервер, немецкий бездонат. Просто кайфовый сервак. Поэтому, кто играет на русском, переходите, не пожалеете. Все, всем удачи, всем пока.